зовут Егор Воскобойников, я один из сильнейших каякеров России. Благодаря каякингу я побывал во многих странах мира и прошел самые сложные реки. Теперь я хочу совершить сплав в Грузии. Именно здесь протекает одна из самых сложных рек всего Кавказа – река Ингури. Самым сложным участком реки является каскад Хаиши. На каяке его еще никто не проходил. Плотность препятствий, отдельных маленьких препятствий, очень высока. И допустив ошибку где-то в самом начале в одну, ты начинаешь валиться кубарем до самого низа, и дальше последствия непредсказуемы. Голосуй за меня, и я покорю эту реку.